Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікава і впливова людина. У мене в гостях сьогодні Володимир Володимирович Петров. Дякую за впливову особливо. Дуже радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, які зараз ваші творчі плани? Тому що ви, в принципі, дуже різноманітна людина. Ви і продюсер, і блогер, і людина, яка займається білим, чорним піаром, тобто продвигає якісь політичні партії. Ви безпосередньо самі були нещодавно кандидатом. В президенти і в депутати, да, по мажоритарному округу. Творческие планы не заниматься черным и белым пиаром, потому что пиар, честно говоря, уже максимально поднадоел. И я, если честно, не занимаюсь этим уже порядка 2-3 лет. Вот, все, что мне сейчас в последнее время приписывается, это скорее такой некий... Это не мой бэкграунд, да, это скорее такой самый страшный мальчик во дворе. То есть, если кто-то что-то сделал, то наверняка я. А вот, ну, в большинстве случаев, в большинстве случаев это уже совсем другие люди, подросло новое поколение, люди, использующие другие технологии, люди некоторые более аморальны, будем говорить прямо, то есть здесь вещи делаются такие, за которые я бы никогда не взялся, которые я бы никогда не сделал. А вы пропозиции какие-то приходят? Постоянно, конечно. Да, пропозиции приходят, предложения есть, но все это... Все это очень-очень редкий случай. Вот. И единственное, что я в этих случаях уже делаю, то я либо консультирую, да, а если уже берусь сам, то это исключительные какие-то случаи, когда удалось, используя какие-то аргументы очень весомые, меня уговорить. Поэтому сейчас сосредоточен полностью на творческих задачах, на культурологии, философии. Вот, истории Украины, вот проект на различных Исландия, проектах. Ну, да, проект Исландия, плюс планирую сейчас запускать новый продакшн, уходить в кинопроизводство, потому что, как показывает практика, Голливуд, там один голливудский фильм может сделать гораздо больше, чем 2 года работы политической партии. Вот и все. Будем строить свою фабрику грез. Добре, а ну таке питання. В принципі, коли ви проводили свою кампанію політичну, ви займалися тим, що організовували деякі концерти, да, на вулиці. Це камерна музика. Концерти класичної музики, так. Да. Проєкт Ісландія, він теж такий спрямований на те, щоб люди більше розвивалися. А я хотів би, щоб ви дали оцінку взагалі зараз нашим засобам масової інформації. На вашу думку, як вони впливають, позитивно чи негативно? Вони розвивають людей чи навпаки приводять до деградації нашого населення? Ну, средства масової інформації, як такові, вони, мабуть, інформують населення. А медійний ресурс, телеканали, радіостанції в більшості своєму продают зрителю то, что ему удобней переварить. Знаете, это я легче сегодня... Продать. Ну, тобто, легче продать. Выховыванием, а навпаки... Согласен, конечно, да. То есть учиться, воспитывать людей, учить их, это тяжелый труд, еще более тяжелый труд учиться и воспитываться. Вот, поэтому, конечно, легче прийти домой, включить шоу, в котором мужчины меняются женами, вот, либо в которых кто-то рассказывает, как кого кто в селе, за каким кустом в пьяном виде, и кто потом после этого родился, и кто после этого кого бросил. Это, конечно, все очень чудовищно. Меня это не устраивает, мне это очень не нравится. Я сам не являлся, никогда не являюсь потребителем подобного продукта. Но вынужден констатировать, что 95% жителей Украины и России и Беларуси являются потребителями именно такого контента. Да, и не только Россия, Беларусь, и Соединенные Штаты, и Европа. То есть потребитель хочет чего-то легкого. Он устает после работы, ему хочется есть борщ. И вместе с этим борщом спокойно поедать то, что ему предлагают.
не заморачуюсь. Якщо йде там заговору, що людей робить тупішими, щоб їх потім скривати ними простіше, може... Ну, ні, з таким же успіхом можна говорити про те, що є заговор, мировий заговор, в котором людей пытаются всех убить сахарным диабетом. Вы знаете, что сейчас бич времени – это сахарный диабет. И причина этого сахарного диабета у большинства людей проста. Очень много еды. Если такая простата зараз будет. Ну, да, да, очень просто очень много еды. То есть, если раньше сахарный диабет был болезнью римских императоров, потому что им были доступны все радости жизни, и вино, и еда, и все остальное, то сейчас сахарный диабет может заработать любой человек, у которого есть деньги, чтобы купить продукты в супермаркете. Вот и все. Человек просто зажирается. Меньше есть. Да, и меньше надо потреблять то, что тебе предлагается. Нет, есть можно и больше, только полезного. Точно так же и с информацией, и с медиа. Бери все самое хорошее в любых объемах, но только то, что на самом деле нужно. Как говорит Владимир Грановский, у меня есть такой политтехнолог, очень правильную фразу сказал мне. Как-то говорит, зачем читать книжку, которая понятна? Ну, с понятной книжкой все в порядке, но вот ее не нужно читать. Читать нужно то, что непонятно, с чем ты хочешь разобраться. Вот, поэтому... Ну, є ще такий товариш Милованов, який взагалі каже, краще не читати. От. Ну, Милованов – это А, я понял. Я путаю Милованова с Милоновым, с российским. От, где-то фигуры одного порядка в плане одиозности. Я соглашусь, кстати, с Миловановым. Большинство популярной литературы, которая сейчас есть, ее лучше не читать. Вот. Сам я... Художественную литературу практически не читаю уже больше 10 лет. В основном научная литература, философские труды, все остальное. Книга, я объясню почему. Если раньше книга была, художественная литература, была возможностью передать свой опыт, писатель передавал свой опыт, а читатель получал этот опыт, и возможность передать, и получить опыт, то сейчас для этого есть интернет, другие средства массовой информации, другие средства коммуникации. И получить, перенять чужой опыт можно более быстрым и надежным путем. Поэтому не обязательно для этого читать там, «Старую крепость» или «Белеет парус одинокий» молодым людям, да, либо не обязательно читать «Анну Каренину». Сейчас таких историй, как «Анна Каренина»… Ну, даже складно читать, каждом... чтобы все знают, чем это заканчивается, спойлер да. уже. Но тут суть же не в конечном финале. Суть в том, как это все происходило, от чего вышло, куда пошло, чем закончилось. То есть это опыт семейной жизни, реальный. От ви кажете, що зараз, ну, в принципі, інтернет, він дуже впливає сильно. А от хотів би задати наступне питання. От є, наприклад, телебачення і є Ютуб. Як ви вважаєте, от ця боротьба, ну, там, наприклад, через 5 років, Ютуб з телебаченням зрівняється, чи може він переможе? Тобто, як раніше казали, люди з театру будуть бігти в кінотеатри. От, Я не вважаю, що це боротьба. Собственно, раньше говорили, помните, в «Москва слезам не верит» был фильм такой. Скоро ничего не будет, ни газет, ни журналов, одно сплошное телевидение. Вот здесь точно так же. Я потратил около 10 лет для того, чтобы скрестить интернет с телевидением, и скажу вам, что из этого ничего хорошего не выходит, потому что телевидение – это телевидение, а интернет – это интернет. С таким же успехом можно попытаться скрестить, не знаю, холодильник с телефоном. То есть это два бытовых, можно больше, так, два бытовых прибора, но совершенно, разные, совершенно разного направления. То есть телевидение чем прекрасно? Телевидение прекрасно тем, что из огромного, кнопка. Да, из огромного количества продукта ты выбираешь, не думая. А YouTube – это твой осознанный выбор. Ты выбираешь, кого смотреть, когда смотреть, во сколько смотреть. Сколько на это времени тратить. Более того, там есть обратная связь. Ты можешь прокомментировать, обсудить. На телевидении такого нет. Сколько бы ни выводили телефонные звонки, сколько бы ни показывали комментарии в прямом эфире, все это работает не так, как нам хотелось бы. Поэтому это две совершенно разных истории. И пытаться... Знаете, был в произведении Льва Косиля «Кондуит и Швамбрани». Маленький Ося задавал вопрос своему старшему брату. Если слон на кита влезет, то кто кого заборет?
А вот. Вот это то же самое. Если YouTube с телевидением схлестнется, то кто победит? Да никто не победит, потому что кит, слон на кита залезть в принципе не может. То есть для этого нужно очень постараться, ничего путевого из этого не выйдет. Вот. Точно так же и телевидение нельзя сравнивать с интернетом, с Ютубом в частности. Ничего, это практически невозможно. Это два разных мира. У вас є Люмпін Продакшн. Дійсно. От. Але ви не виглядаєте як Люмпін взагалі. Я не буду казати, на якій машині ви приїхали сюди. От, звідки походить ця назва? Чому ви вирішили назвати це саме Люмпін Продакшн? До це народу ближче. Це дуже стара історія. Вона бере там, його корні где-то в місті Севастополь в 2000, примера образця 2002 года, може бути даже 2000 года или 2001 года. То есть когда-то был такой проект «Уличное телевидение», и разные люди там разбивались на разные компании. И была компания таких отличников «Зануд». Вот. И... Вы их были? А? Ну... Нет, мы их не били, мы над ними издевались. И одного из наших ребят эти «Зануды» прозвали «Люмпином». Uh-huh. А вот. А, нет, мы... Кто-то из наших ребят, одного из этих мажоров, назвал Люмпином, и он настолько обиделся. И мне показалось, что это так круто называться вот этим словом, если на него обижаются мажоры. И я просто стал себе называться там в социальных сетях, еще где-то называться Люмпин, Люмпин, сделал себе почту, еще что-то. И оно так пошло. И в этом есть какое-то... Со временем это просто стало моим альтер-эго. Вот и все. То есть в жизни далеко не Люмпин. В сети Люмпин. Интернет же хорош тем, что ты в интернете можешь быть кем угодно. В социальных сетях кем угодно. Скажите, вот был, ну, особисто мне дуже подобався проект «Правительство блогеров», який спочатку ви вели безпосередньо, потім Леша Дурнев, потім ви поверталися. Зараз, я так розумію, нема часу на цей проект? Чи... Во-первых, нет времени. Во-вторых, уходим из развлекательных проектов больше в проекты серьезные. И Алексей Дурнев, ему большое спасибо за то, что он его вел. Это я настоял. Я просил его этот проект вести, и он его вел только потому, чтобы не отказывать мне. Он ему не нравился, это был не его проект. Вот, он просуществовал, он трансформировался, был частью Olympic Show, который выходил на одном из каналов украинских. Он трансформировался, после чего, собственно, исчез вместе с этим проектом. Я считаю, что проекты должны после рождения существовать ровно столько, сколько им нужно. И после этого закрываться, умирать, заканчиваться. Я бы чувствовал, что требует свой проект, например, закрывать. Это просто по ощущениям. Тебе просто неинтересно больше делать этот проект. Вот и все. Так был хороший, проект был хороший. Чи, может, уже наши депутаты не настолько цікаві в интернете? Может, уже просто важко знаходить материалы, которые можно показывать? Честно говоря, мне же уже не там условно, мне тогда было 35, по-моему, 37 лет. Я уже и постарше-то стал. И мне неинтересно уже высмеивать депутатов, потому что это для меня это превратит в то же самое, что смеяться над деревенскими алкашами. А вот, то есть людьми, которые по собственному выбору и по собственному желанию теряют последние остатки мозгов. Вот, поэтому, а это не связано с тем, что вы сами захотели стать депутатом? Нет, ни капли не связано. Это проект был закрыт за полтора года до того, как я собрался и в президенты, и в депутаты. Вот, поэтому... Ви могли б розказати мені, які відчуття у вас залишилися після предвиборчої кампанії? Тому що ви, в принципі, займалися колись, допомагали людям, ну, давали якісь поради, а тепер ви безпосередньо самі приймали участь. Ну, обе избирательные кампании, президентская и парламентская, они были сделаны так, как ни в коем случае нельзя делать избирательные кампании. И президентская кампания мне очень понравилась. Я чувствовал себя в своей тарелке. Я ездил по городам, выходил на улицы, просто подходил к людям, знакомился с ними, говорил, я кандидат в президенты, давайте поговорим. То есть были разные истории, все это было здорово, когда это было интересно. А вот, такая достаточно мощная коммуникация. А здесь, в Киеве, округ, Печерский округ был выбран именно потому, что это самый центральный округ. 221 округ, центр Киева, средоточие киевской интеллигенции, Киево-Печерская лавра, ну, то есть все, то, что... камерная музыка на трещине могла бы не зайти, да? Она заходит очень хорошо, потому что мы и после выборов мы продолжили эту избирательную кампанию, в
кавычках уже, то есть после кампании избирательной не было, но концерты продолжались. И сейчас они будут продолжаться в закрытых помещениях, потому что холодно, а весной концерты снова вернутся на улицы по всему Киеву. То есть пока была избирательная кампания, концерты были в Соломенском и в Шевченковском районах. После того, как избирательная кампания закончилась, музыканты поехали и в Харьковский, и Дарницкий, и т.д., и т.б., и на Троещину. Очень хорошо заходят концерты, людям этого очень не хватает. Но суть этой технологии, суть этого арт-перформанса, его по-другому не назовешь, в том, что он показал, этот арт-перформанс показал, что ты можешь стараться разбудить в человеке все самое хорошее, все самое лучшее, все самое светлое. И те, кто присутствовал на этих концертах, видели, что происходило с людьми. То есть они менялись на глазах. То есть человек попадал в другой мир. Но и если бы в тот момент, именно в тот момент они должны были голосовать, они, естественно, голосовали бы за меня. Но как только музыка заканчивается, ты просыпаешься на следующий день, а я надеялся, что на следующий день все проснутся другими, и я им об этом говорил, что я надеюсь, что вы проснетесь с другими людьми. Все все равно просыпаются теми, кем были до этого. Люди не верят в сказку, даже попадая в нее. А, знаете, вот... Ну, значит, судячи по тому, что они выбрали президента. Дело не в том, что не выбрали. Нам не удалось за 2 месяца объехать то количество людей, которое могло бы проголосовать, потому что мы не успевали. У нас было больше 150 концертов, все равно мы не успевали со всеми поговорить. Но суть в том, что человек всегда возвращается в реалии, он не позволяет сказке остаться в себе. Это самая большая проблема украинского обывателя. Ну, наверное, не только украинского, я просто живу в Украине, поэтому украинские реалии мне ближе всего. Он не позволяет сказке остаться в себе. Человеку всегда лучше верить и надеяться на плохое, чем верить и надеяться на хорошее. Человек, даже попав в сказку, не верит, что он в этой сказке живет, и что сказка может произойти, случиться, повториться в каждый момент времени, когда он захочет. Вот это вот самое страшное. Скажите так, відверто и щиро, вы раді, что вы не попали в Верховную Раду? От просто дивлячись на эти все обставины. Я не могу сказать, рад я или не рад, потому что если бы я попал в Верховный Совет, я нашел бы себе применение, я нашел бы, что там делать. Не попав в Верховный Совет, я нахожу себе применение. Я не рад, что была такая тяжелая избирательная кампания, реально, потому что президентская мне очень понравилась, парламентская не понравилась, потому что была очень-очень тяжелая кампания. Вот. И я так понимаю, в принципе, в наступный раз вы снова можете принять участие? Нет, я решил для себя, что в парламентской кампании я не буду принимать участие по мажоритарке. То есть по спискам, возможно, будем смотреть. Вот. А мэрская, да, почему нет? Мэрская кампания интересна. Вот масштаб, размах мэрской кампании именно киевской. Пойду в мэра Киева. И президентские выборы тоже интересны. Тут же суть не только в том, чтобы стать кем-то. Да? Участвуя в кампании, ты можешь ее не выиграть, но ты навсегда останешься для тех людей, которые за тебя проголосовали, президентом. Вот за меня проголосовало 16 тысяч. Казалось бы, немного в масштабах страны на президентской кампании. 16 тысяч в масштабах страны, ну, ничто. А соберите 16 тысяч на площадь. То есть это 16 тысяч людей, которые отдали свои голоса за человека, у которого по всей стране висело 4 билборда. И это, конечно, меня вдохновило и на парламентскую, и на мэрскую кампанию туда дальше. Вот. Это хорошо, это интересно. Когда ты понимаешь, сколько людей за тобой стоит, ты не знаешь вообще этих людей. Мне вообще было непонятно, почему они за меня проголосовали. Вот. Но до сих пор они приходят в комментарии, там, в Инстаграм, в Фейсбук, в Ютуб, они пишут «Господин президент». То есть ты навсегда для людей остаешься президентом. Они сделали свой выбор. То есть сейчас их 16 тысяч человек, на следующей кампании кто знает, сколько их будет. Может быть 16 тысяч один, а может быть 160 тысяч. Это же твои люди всегда, понимаете. Тебя всегда накормят, напоят, если ты вдруг останешься голым боссом. Ну, а ви взагалі спостерігаєте за тим, що відбувається в Верховній Раді, наприклад? Да, я наблюдаю. Просто, я хотів би ваше ставлення
яке ваше ставлення до тих подій, що кожен тиждень відбувається якась гучна подія, то хтось там дівчат такої легкої поведінки там замовляє, хтось, ну зараз ми дізналися, що один з депутатів там мав проблему з правоохоронними органами, ну мається на увазі, що він там зґвалтував дівчину. Так, да. Так, ну я не хотів так вже безпосередньо казати. Ну давайте просто, от Київська Русь телевидение, це ж православний канал. Так, так. Да? Знаете, сколько есть священников, про которых говорят, что они пьют, сребролюбцы? Не, я разумею, мы, ну, але мы идем до Бога, а не до священника, в принципе. Да, да, да. И вот я, например, я знаю многих священников, неприятных людей, но я знаю и приятных людей. И я считаю, что если на 100 Як ви вважаєте, такі священники, вони мають залишатися? І чи краще їм знімати рясу, ну, якщо ми до священників? І депутати, є якісь вчинки, після яких вони мають, скажімо так, скласти мандат і сказати, ну, вибачте, і я пішов геть? Ні, смотрите, поступки, які сложить мандат, є, як і поступки, після яких должен уйти священник, мабуть, теж є. Я точно не знаю. Но я думаю, що чоловік... Я считаю, что если человек извинился, ему всегда нужно давать второй шанс. Всегда. Более того, я не считаю, что совравший от страха человек, кем бы он ни был, священником, народным депутатом, министром, совравший от страха, и мы не глупые люди, мы всегда понимаем, когда человек врет от страха, потому что каждый из нас от страха врал хотя бы раз в жизни. А некоторые это делают постоянно. И если народный депутат, который первый раз попал в Верховную Раду, никогда в ней не был, испугался, совершил чисто человеческий поступок. Чисто человеческий поступок. Потому что и депутат, и священник, в первую очередь человек. И он может и даже должен ошибаться. После чего должен каяться и искупать. И если человек покаялся, извинился, он заслуживает второй шанс. Если после этого... он повторил, либо поступил второй раз недостойно, мы должны с ним прощаться навсегда. Поэтому вот у меня такая позиция. Я не вижу ничего страшного в поступках этих людей, потому что человек, изнасиловавший девушку, да, его поступок страшный, но не за это его сейчас гнобят, а за то, что он это скрыл, когда баллотировался в депутат, да, когда шел в депутат. А вот. Плохо, что он это скрыл? Очень плохо. Плохо, что он еще не покаялся, не вышел, не сказал об этом. Очень плохо. Вот в этом, вот это вина. А любой другой, Еременко, который попался на переписке с проституткой, он соврал от страха, соврал, он семьянин, у него есть жена, дети, он испугался, он соврал. Он признал, что он соврал, извинился, признал, что он соврал, извинился. Я считаю, что у него есть еще один шанс. Будет второй раз выгнать палками из парламента. Вот так вот. І якщо б ви опинилися перед президентом, я такого маленького Познера зроблю, що б ви йому сказали? Поїдь, віддохни немножко. Тому що я дивлюся на президента України, мені здається, що він скоро від переутомлення поїде в лікарню. Ну, чесно, або давлення скаканет, або ще щось. Мені не все подобається. Не все нравится. И я не самым лучшим способом отношусь к президенту. Но я не из тех людей, во всяком случае, стараюсь не быть человеком, который ставит свои симпатии выше адекватности. А вот. Поэтому, глядя на Зеленского, я вижу, что он устает очень сильно. Я вижу, что у него нет времени ни на что. Но он все равно что-то пытается сделать. В тот момент, когда я узнаю, что Зеленский украл, в тот момент, когда я узнал, что Зеленский полетел на Мальдивы по поддельным паспортам, ну, так, за 500 тысяч. Первый раз, когда вы украв, мы прощаем, а вот Мальдивы это уже... Нет. Это я говорил про депутатов. Не, ну, треба первый раз прощать. Президента нет. А. Потому что, вы знаете, как переводится президент? Президент. То есть человек, сидящий перед всеми. Он сидит перед Богом. То есть мы все за ним. Ему ошибки не прощают. Еще П... І резидент, якщо П убрати, то це може бути людина, яку посадили. Можна по-разному трактувати. Я говорю о том, як це написано в енциклопедії, як це трактується. Тому він не має допускати етичних ошибок. Він може допускати ошибки служебні, кадрові,
человеческие именно вот такие, как доверие к другим людям, да. Вот доверился не тому. Там такое позволительно. Воровство и прочие неприятные вещи, мошенничество президенту непростительно. То есть пока что этого нет. До тех пор, пока этого не будет, я буду относиться с пониманием и буду внутри себя поддерживать. Но если что-то подобное случится, для меня этот человек исчезнет. Хотів би таку щепетильну тему затронути. От зараз у нас осінь, і у вас є актуальна татуїровка. Так. Але осінь закінчується. Чи з'явиться щось актуальніше вже на наступний сезон? Ні, я наоборот, зараз у мене порядка 20 татуїровок. Угу. І некоторі з них я зараз наоборот свожу. Угу. А от я вважаю, що наступив новий етап в житті. Тобто це не отрицання там, того, що я робив в молодості, або не делал в молодости. Первую татуировку, кстати, я сделал, работая здесь, на этом канале. Вот. Бачите, как вплываю. Ну, это православный крест на плече, поэтому, да. Вот. Сейчас некоторые татуировки я свожу и думаю, что постепенно буду от них избавляться. Сначала делал, потом. Жизнь длинная, поэтому сначала делаешь, потом избавляешься. Так, ничего страшного в этом нет. Новые татуировки я не буду уже делать. То есть это уже вы перешли цей этап? Да, это пройденный этап, я не вижу. Ну, скажем так, если есть вот молодые люди, нас дивляться, какую бы пораду вы дали им? От, бо зараз, если прогуливаться по місту Київ влітку, то десь, мабуть, ну, кожен другий, кожен третий має деякі татуировки. Ничего не вижу страшного в городе в том, что по древнему городу Киев гуляют молодые люди с татуировками. Они здесь гуляли 1000 лет назад с татуировками и 1500 лет назад. Я вам больше скажу, 2000 лет назад. То вы скажете, батькам не забороняйте. Не забронят, не. Приезжали сюда люди. Это часть киевской, именно русской культуры. Татуировки. Сюда приплывали ребята из северных стран, привозили татуировки. А вот из южных стран привозили свои татуировки. Поэтому эта часть именно киевской культуры. То, что многие сейчас считают, что это современная культура, нет. Просто в Советском Союзе считалось, что татуировка – это признак принадлежности к криминальному миру. Да, ну давайте вспомним историю. Всегда были татуировки. Я не удивлюсь, если у некоторых монахов в Киево-Печерской лавре были татуировки, потому что очень многие воины, ну, насколько мы с вами, насколько я знаю, становились монахами. Да, поэтому. І монахи ставали воїнами, капілани. Да? Уявіть собі, що ви пішли на рибалку і зловили золоту рибку. І у вас є можливість замовити три бажання. Але ці три бажання можуть стосуватися лише України, не вас. Щось особисте ви не можете замовити. Що б ви замовили? Ніколи не думав над цим питанням. Ніколи. Перше, одразу ж, дороги. Я бы попросил золотой рыбки, чтобы в Украине были хорошие дороги. И Шулевское место, ну, заодно, да. Ну, вообще дороги, да. А вот. Второе, я бы попросил, чтобы были возрождены все исторические центры. То есть пропали все застройки. И в Киеве, и не в Киеве, чтобы были возрождены исторические центры. Вот. И третий вопрос, третья просьба. Стабильный курс гривни. Нет, это все, это законы экономики. Его никогда не будет. Это, знаете, надеяться на стабильный курс гривны, это то же самое, что надеяться на стабильное давление в организме, да, которое, ну, это вот раньше или позже оно прыгнет, вот, или опустится. Хотелось бы попросить что-то гуманитарное, наверное. Хотелось бы попросить что-то гуманитарное, что-то связанное со здоровьем детей, например. Но вряд ли, опять же, потому что я считаю, что это не лежит в плоскости просьб к золотой рыбке. Я бы, наверное, попросил, чтобы люди стали в два раза добрее. То есть стали чуть менее злыми. Тогда бы и детей поменьше было больных, и людей поменьше бы было больных. А вот, просто чтобы люди стали добрее. Вот и все. Дякую за цю розмову.
Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони нам сьогодні розкажуть. Дивимось. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Главная тема последних дней – это условия МВФ, которые фонд выставил Украине. Их, собственно, два. Первый – не идти на уступки Коломойскому по Приватбанку. То есть сбить с Коломойского миллиарды долларов, которые его компании должны Приватбанку. Второе – это рынок земли. Фонду не понравилось, что собираются ввести ограничения на покупку земли иностранцами. И говорят, что уж лучше продлить мораторий на продажу земли вообще. Но с этим как раз проблема. Проблем не будет, по большому счету. Куплю-продажу земли вводили только для того, чтобы удовлетворить хотелки МВФ. В Украине это особо никому не нужно, наши агроолигархи себя отлично чувствуют. Арендуя землю и только вздохнут с облегчением, если им не нужно будет эту землю покупать. По крайней мере, пока у них не появится возможность привлечь под эту покупку дешевые кредитные ресурсы. А этой возможности пока нет. Поэтому велики шансы, что если МВФ категорически зарубит нынешний вариант закона, то мораторий на продажу земли просто продлят, что, кстати, будет хорошо. Потому что вот эта вот дискуссия продавать землю иностранцам или продавать, но не иностранцам, это все спор двух банд воров. Одна банда из наших хочет сама всю землю скупить задешево, а потом ее перепродать иностранцам. А вторая банда, МВФ и Запад, хотят, чтобы они сразу могли землю покупать. То есть об интересах Украины или украинских селян здесь речи не идет. Поэтому я уже говорила, что сейчас землю продавать нельзя. Сначала нужно создать правовое государство, чтобы землю просто бандосы не отобрали. Потом дать людям дешевые кредиты для развития своего бизнеса на земле. Не огромных вот этих вот латифундий, а мелких хозяйств селян. И вот только тогда можно вести речь об открытии рынка земли. В общем, если ситуация по земле вернется к продлению моратория, то это будет хорошо. А вот с Коломойским вопрос действительно серьезный. Ключевой вопрос — это вот эти многомиллиардные кредиты, которые компании Коломойского в свое время взяли у Приватбанка. В то время, когда он еще принадлежал олигарху. И их до сих пор не вернули. То есть это была такая схема вывода денег из Украины. Гонтарева с благословения Порошенко давала миллиарды рефинансирования Приватбанку. А Коломойский их, в свою очередь, выводил в офшоры. Потом под давлением Запада эту схему прикрыли, банк национализировали, а многомиллиардные долги остались. И вот как раз их Коломойский и не хочет возвращать. Для этого он и пытается через суд оспорить национализацию Приватбанка. Сам банк ему не нужен, но если вдруг национализацию его отменят, то он в скором времени просто станет банкротом, потому что в него государство вложило своих облигаций на миллиарды долларов, и оно их тут же изымет из капитала. Но ему нужен сам этот процесс для торгов. Мол, дайте мне не банк, а компенсацию от государства за него. И давайте взаимно погасим долги друг перед другом. Вот эта схема и является сейчас самой рабочей, и именно к ней ведет дело Коломойский. Решение суда по Приватбанку как раз ожидается в декабре, вот поэтому сейчас МВФ и бьет в колокола. Хотя, по большому счету, в колокола должен бить не МВФ, а украинская власть, президент Зеленский и украинский избиратель. Потому что совершенно очевидно, что Коломойский должен вернуть Украине эти деньги, либо погасить долг своим имуществом. Но он этого делать не хочет. А власти отделываются пока что обещаниями, вроде тех, что Гончарук на прошлой неделе дал в Лондоне. Мол, мы Приватбанк не отдадим. Ну не отдавайте. Но веры в это, как видно по реакции МВФ, особо нет. Там хотят принять специальный закон, а также ждут решения суда по Приватбанку. У власти, безусловно, есть возможность и судьям донести, какое решение правильное, и закон через Раду провести. Но тут вопрос. Если Коломойский поймет, что ему по Приватбанку на уступки идти не будут, то что тогда сделает Коломойский? Каким будет на это его ответ? Причем Приватбанк — это не единственный
фронт, где схлестнулись интересы Запада и олигарха. Я уже говорила, что в целом Запад видит в Коломойском конкурента за влияние на украинскую власть. Причем конкурента такого сумасбродного, с блатными повадками, который может опустить всю страну в хаос. А потому ему нужно максимально ограничить, а в идеале изолировать. Не зря ведь в США и на Западе расследуют против него уголовные дела. Коломойский это понимает и потому пытается себя спасти. Даже вот пугает американцев тем, что пойдет дружить с Путиным. И даже соблаговолит взять у Путина 100 миллиардов долларов вместо тех копеек, которые предлагает МВФ. Но если вот все-таки Зеленский под давлением Запада дрогнет и начнет щемить Коломойского, то есть даст понять, что деньги по Приватбанку все-таки будут сбивать, что его людей на потоке в госкомпаниях и в госорганах ставить не будут, ну то есть обидят дядю Беню по полной программе, то что тогда будет? Близкие к Коломойскому люди уже пугают страну политическим кризисом. Мол, Коломойский выведет своих людей из «Слуги народа», и президентская партия потеряет монобольшинство. Ну вот насколько реально это? Насколько реально вообще, что люди Коломойского будут за него держаться, если увидят, что власть решила с ним кончать? Тут уж все зависит от решительности властей. Если Коломойского посадят в тюрьму, а его имущество конфискуют через арма, то полагаю, что не будет сильного сопротивления. Если будут с ним и дальше носиться, как с писаной торбой, то, конечно, олигарх может со временем и развалить президентскую фракцию. Хотя тут тоже вопрос, ну выйдут 30 человек Коломойского из фракции. Ну может еще с собой прихватят там 10-15 попутчиков. Но все равно у «Слуг народа» будет более 200 голосов. И набрать еще 20 голосов у других фракций, либо же у внефракционных, их не составит особого труда. Поэтому сам по себе бунт Коломойского не так уже и опасен. Так же, как и отсутствие траншей МВФ. Сейчас страна может прожить и без них. Золотовалютных резервов достаточно, чтобы заплатить по внешним долгам. Кроме того, деньги можно занять через еврооблигации. Да, дороже, чем у МВФ. Но все же можно. Более того, прекращение сотрудничества с МВФ будет даже полезно для развития страны. Потому что власти не выполняют условия фонда, которые бьют по Коломойскому и другим украинским олигархам. Зато активно делают все, что просит МВФ, когда это касается нагибания простых людей. Ограничения на рост соцвыплат, запрет на удешевление газа для населения за счет собственной добычи, постоянный рост тарифов. Все это следствие выполнения хотелок МВФ. И их наше правительство как раз безропотно и выполняет, заложив это все в бюджет на 2020 год. Потому что правительству очень жалко Коломойского, но совсем не жалко обычных людей. Поэтому Коломойский и МВФ – это не главная проблема. Угроза для власти совсем в другом, в двух ключевых процессах, которые сейчас происходят. Это переговоры по газу и переговоры по Донбассу. Вот тут и кроется настоящий кризис, либо его разрешение. В зависимости от того, как все закончится. Просто давайте смоделируем ситуацию. Если 1 января 2020 года прекратится транзит, то это сразу 3 миллиарда долларов для Украины в год. Это рост тарифов на закупку импорта газа в Европе, потому что там возникнет дефицит газа, и нам газ будут продавать дороже. Логично. То есть это огромная такая дыра в бюджете, которую придется закрывать путем повышения тарифов для населения и кредитами МВФ. И фонд тогда жестко будет выкручивать нам руки, ведь деваться-то уже некуда. А теперь другой сценарий. Мы идем на компромисс с Россией. Обнуляем претензии в судах Газпрому, получаем многолетний контракт на прокачку газа. Да, пусть не в тех объемах, что раньше, но и не на нуле. А также получаем газ напрямую из России со скидкой. То есть тарифы можно будет не повышать, а наоборот снизить, и платежный баланс выровняется, то есть зависимость от кредитов МВФ сильно снизится. Итак, что мы видим при первом варианте? Кризис, в ходе которого и Коломойский голову поднимет, и Порошенко, и прочие начнут дестабилизировать ситуацию в стране, пытаясь расшатать власть Зеленского вплоть до его свержения. Во втором случае стабилизация политической и экономической ситуации. Укрепление авторитета Зеленского, который в таком случае может
с чистым сердцем послать МВФ в жопу и Коломойского туда же в жопу. Идем дальше. Переговоры в нормандском формате, Минский процесс, реинтеграция Донбасса на особом статусе. Тут тоже вилка, вариант первый. Переговоры проваливаются, война продолжается. Что это значит? Это означает, что Украина по-прежнему несет громадные расходы на войну. Вместо того, чтобы повышать зарплаты, пенсии, тратиться на образование и медицину. Также все увидят, что Зеленский не выполнил свое главное предвыборное обещание. Не принес страну мир, что война продолжается. Как и при Порошенко. Отсюда падение авторитета и рейтинга президента. Возможный распад фракции «Слуги народа» усилиями Коломойского и его людей. Политическая дестабилизация и так далее. Вариант второй – начало пути к реинтеграции Донбасса. Прекращение войны, получение крупных средств от международных доноров на восстановление региона. Да, возможны акции протестов националистов и парохоботов. Возможно, конечно. Но, как показывает опыт предыдущих акций, они немногочисленны. И большинство населения их не поддерживает. Кроме того, есть предположение, что если отправить в тюрьму их теневых организаторов и вдохновителей во главе с Порошенко и Порубием, а возможно и вместе с Коломойским, то накал этих акций значительно спадет. И Украина постепенно вернется к нормальной жизни без МВФ, без Порошенко и без Коломойского. То есть и тут мы видим в первом варианте кризис. Во втором варианте разрешение кризиса. И тут уже дело за Зеленским, причем занять свою любимую позицию. Мол, я ничего не знаю, я не в курсе, я решать ничего не хочу. Узнаю, позже отвечу, или что он там любит еще говорить. Так вот, это все уже не прокатит. Тут уже решение принимать нужно будет. Так что думайте, господин президент. Есть ли там порох в политических пороховницах? То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Володимир Володимирович, дякую вам за те, що ви прийшли, за цю цікаву розмову. Сподіваюсь, ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш канал, шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.